Да. Проверьте, пожалуйста, трек-код. Понял. Проверьте, пожалуйста, заказ по трек-коду. Я вам сейчас его продиктую. 13. 13. 13. 70. Подождите, говорю. У меня международный звонок, я не могу так долго ждать. Я понял вас, но я же с клиентом здесь. Так как человек утверждает, что вы ему не отдаете отправленный заказ, и во всех социальных сетях выставляет меня мошенницей. Знаете, 130 какой? Нет, 13. Ага. 70 57 57 20 35. Человек утверждает, что приходит к вам неоднократно, и вы отказываете ей в выдаче данной посылки. Маша, Бойко приходила? Бойко Зинаида Сергеевна. Прошу вас быстрее, так как международный звонок. Что-то не знаю, она стоит, она, вот она. Как мы можем ей не отдавать? Бойко Зинаида. В социальной сети. Бойко Зинаида, все правильно, она здесь стоит, посылка. Бойко Зинаида выставляет посты о том, что с ДЭК Казахстана по улице Алабая, да, если не ошибаюсь, отказывается ей выдавать посылку, так как посылка не принята на ваш пункт выдачи. Почему не принята? Она вот она принята, вот я прямо сейчас ее в руках держу, сейчас эту посылку. Бойко Зинаида, просто никто не приходил. Скажите, пожалуйста, есть у вас электронная почта, куда я могу скинуть обвинение Бойки Зинаиды в мой адрес, что я мошенница и вы не выдаете ей посылку? Еще раз говорю вам, посылка вот она. Никто не приходил, поэтому Зинаида, вот посылка, вот она, Бойко Зинаида, вот посылка, пускай приходит, забирает. Мы не имеем права не выдавать ни посылку, если она придет со своим удостоверением личности. Вот она выставляет, что ходит к вам каждый день, и вы ей не отдаете посылку. Каждый день никто не приходит, я еще раз вам говорю. Каждый день не приходит Бойко Зинаида. Если она пришла бы один раз, ей продали бы ее, без проблем. То есть, чтобы вы понимали, история, то есть такая, то, что получается у нас, так, сколько у нас получается, она пришла, эта посылка уже, чтобы понимали. В ноябре. 21 числа. 21 ноября пришла она. Вот она. Если она пришла бы и то есть, ну, вот она каждый день пишет, обвиняет меня как отправителя в мошенничестве, что я не отправила посылку, что она приходит к вам на пункт выдачи, а вы ей не отдаете посылку, говоря о том, что посылки у вас от Ануфриева Аида Абдурахмановны нет. Да почему нету-то? Я же вам еще раз говорю, вы мне позвонили, я его сейчас нашел, она уже лежит 21 числа, как ее может быть не быть? Вы сами с ней разберитесь, пускай она приходит и забирает без проблем. Спасибо вам. Дай Аллах вам здоровья, хорошего вам дня. Спасибо, потому что видите, в чем ситуация. Вы ей с ней позвоните, скажите, я только что звонила, идите забирайте. И вот и сегодня нам вечером позвоните, спросите, приходила ли она или нет. Я вам могу камеры показать, что там не приходила она, если даже... Вам, я хочу... Прям ей сейчас позвоните, скажите, идите забирайте. Я ей говорю, она говорит, что это трек-код, который я вам продиктовала, что это... мошеннический трек-код, что он не пробивается. Да вот, давайте, сейчас говорю, вот сейчас там, вот он, принято, вот получается у нас. Я вот только что в руках отбежал, Бойко Зинаида, посылку. Поэтому не переживайте. Просто и позвонить, пускай приходит, и сегодня вечером на позвонить, спросите, пришла она, забрала или не забрала. Скажите, пожалуйста, а есть... Если она не заберет, не придет, то она может, она мошенница, я не знаю, кто нам. Я поняла, хорошо. Идите, забирайте посылку, она не придет, забирает. Все, извиняюсь.